Сделай это, Морти. Сделай это. Сорви с меня одежду и спаривайся со мной всю жизнь. Может, мы найдем укромный уголок? Джессика, держи себя в руках! Всем привет, с вами Ирон, и сегодня мы с вами рассматриваем выражение... Начнем с самого простого. Неправильно глагол get. Основное значение – получать. Вторая и третья формы – got. Get, got, got. Далее, неправильно глагол hold. Основное значение – держать. Вторая и третья форма – held. Hold, held, held. Также может значить удерживать, сдерживать, поддерживать и задерживать. Hold the elevator! Hold в качестве существительного значит трюм или грузовой отсек. Что касается самого выражения, то оно имеет три значения. Первое. Get a hold of somebody. Связаться с кем-то. I can't get a hold of her. Второе. Get a hold of something. Достать или заполучить что-то. The man somehow got a hold of his gun. Третье. Get a hold of oneself. Собственно, то выражение, которое мы разбираем, взять себя в руки. Homer, get a hold of yourself. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, делите видео с друзьями, оставляйте ваши вопросы в комментариях под видео. Увидимся. I love Morty, and I hope Morty loves me. I'd like to wrap my arms around him and feel him inside me.